православном календаре завершаются последние дни Страстной недели перед Христовым воскресением. В Великую Пятницу в храмах совершается чин выноса плащаницы – иконы Христа в гробе. На богослужении побывала наша съемочная группа. Термин «плащаница» появился в русских богослужебных книгах еще в XVI веке. Уже в те времена наши благочестивые предки переняли из византийской церковной традиции совершение особого по красоте и значимости богослужения – выноса в центр храма иконографического изображения Христа в гробе. Особая трагичность этого дня слышна в церковном погребальном пении. В храме совершается чтение канона, в котором рассказывается о распятии Христа и оплакивании Богородицы и своего сына. Плащаница будет находиться в центре храма для поклонения верующими вплоть до начала пасхальной заутренней, завершающей череду служб Страстной Седмицы. Александр Гаврилов, Андрей Шоколев, Александр Петров. Республика.